Здравствуйте. Так, слушайте, ребят, такая ситуация, что я уже очень, так сказать, давно должен был начать. В принципе, я уже где-то в районе часа проснулся, даже раньше. Но почему-то решил еще поспать. Короче, надо вот во сколько ты будильник поставил, во столько и просыпаешься. И потом ни в коем случае не ложиться. Максимум там подремать минут 15 реально перед работой. А, было какое-то обновление, кстати, Стима и какое-то странное вот состояние облачных сохранений. А, да, вышло, кстати, обновление мультиплеерное. Я вот этого вот момента с мультиплеером не понимаю, он же был. Или типа теперь наконец-то ко мне начнут вторгаться. Я просто вот этого не понимаю абсолютно. Тут во второй Destiny еще хуерит. Блять, я сколько раз себя не заставлял играть во второй Destiny, ну просто, блять, невозможно. Просто по той причине, что нет никакой, блядь, нормальной инфы, где-то сконцентрированной на одной сайте, собственно, чем тебе, блядь, сука, в этой игре заниматься. По Вову есть инфа. По какому-нибудь, я не знаю, Dark Souls есть инфа, там, условно, Вики. По Вову там есть Вовхед и прочий там этот, книжка по приключениям. Блядь, чем мне заниматься? Вот в Destiny 2 я зашел, чем мне, сука, заняться в ней? Непонятно абсолютно. Окей, прошел я сюжетку дальше, что как мне достать там 20 легендарных пушек, которые я хочу? Где они должны лежать? Ринг и что-то на китайском языке. Блять, сколько их боссов я не убил, вот мне интересно. В принципе, я уже почти дошел до самого севера этой локи. Так, мне надо будильник поставить. Перед работой. Завтра у меня снова выходной. Будильник сработает через 4 часа, 1 минуту. Для меня 4 часа в Elden Ring это на 100 дурных вот вообще наиграться, по той причине, что... Я на самом деле понял, вот почему я уже достаточно давно обратил внимание, что я вообще не ждал Elden Ring. Проблема в том, что Elden Ring это не игра, это работа. То есть ты реально в ней работаешь. То есть даже в тех же Dark Souls ты играешь, а тут ты вот как знаете, вот, симулятор геолога, который должен бегать, собирать камушки. Должен бегать, фармить, гриндить деньги. В общем, вот все такое. Все ради того, чтобы... Непонятно что, ты вроде как левелапаешься, но пока еще не знаешь ради чего. Ради какого босецкого. Но я знаю ради какого босецкого, только мне до него еще, блять, вот столько же левелов, сколько я уже прокачал. То есть в 10 раз больше денег, чем у меня сейчас. Опять же, никаких подсказок в виде карт предметов, в виде карт ничего, кроме только вот есть вот... А, кстати, прошли сутки, надо обновить карту. Появились, кстати, новые отметочки. О, господи. Здравствуйте. Hello. Hello. Слушайте, а я не помню, у меня был ли активирован этот... Чел, ты себе сейчас грудину проломишь. Был ли активирован этот... Что это?
Я не помню. Твою мать, просто если здесь такая система, что вот этот омут призыва после смерти слетает, и тебе надо новый ставить, это просто пиздануться. Это ж, блядь, сколько ж ёба омутов призыва-то у меня? Штук, наверное, 25-30, я не знаю, сколько я уже убил боссов. Прикинь, ты умер, и ты должен по всем пройтись. Ну, ради дуги, конечно, это можно сделать. Главное, чтобы еще была врублена глобальная игра. Так, ладно, хорошо. Дугу достали. Хорошо. Сели. Да, кстати, реально появились новые локи, но, к сожалению, до сих пор на карте не отмечено подземных областей. А все-таки отмечено отдельно. Но на этой карте ни хера нету, вот серьезно. Так. Убираем, оставляем только данжены и hidden пассы. Кей итем тоже убираем, только Stoneward Key оставляем. Итемсы тоже убираем, оставляем только Golden Seer, Crimson. Золотое семечко, кристальную слезу, Сакритри, Ларистир, вот этот эквипмент убираем весь, неписи убираем всех, боссов оставляем, боссов, демигодов и грейд боссов. Материал, кстати, с мечстонов было 66, уже добавили 69. Остальное вырубаем. Так, о, добавили, да, видимо, походу нашли еще один сворд. Так, знаете, что я все-таки думаю? Бля. Кстати, я решил себе тоже отключить от всех новостей, связанных с СНГ, на месяц. Кстати, да, месяц. Это получается до 27 марта. О, как раз воскресенье будет. Твою мать. Добавить события. Начало, я не знаю, поставим час дня. Я точно уже должен буду спать. Конец. То есть... Да ё-моё. Моё событие весь день, но я вспомню. Только название ему надо поменять. После этого я прочту все новости, более-менее такие за этот, так сказать, промежуток в 3 недели, плюс-минус. Так, о чем мне надо было? Elden Ring Interactive Map. Хочу все-таки на Фикстралии посмотреть Interactive Map. У меня просто такое ощущение, что она
кривее в разы, но она быстрее заполняется. Да, ну конечно, то, как ее сделали, это просто обосраться. Нам надо. Так, нам нужен, нужны боссисы, нужны фласка апгрейды. О, здесь будут фласка апгрейды, ключики. Да ёб твою мать. Карта, материалы, NPC, Shield, Site of Grace, Spells, Spirit, Ashes, Talismans, Upgrade Materials. Тут, короче, рядом есть подземелье. И в нем, блядь, Somber Switch Stone 1. Сука, я тебя ненавижу, игра. Я тебя ненавижу. Что ж такое-то? Что ж одна параша-то? Вы не поверите, я сейчас хотел просто встать, а вместо этого нажал две кнопки, чтобы коняшку вызвать. Ну, это крыша едет. У меня вообще стрим идет? Да, идёт. Еле-еле душа в теле, подключение к чату. Все-таки задел меня. Пиздос, я криворукое уебище, блядь. Умер с одного раскаста, блядь, босса. Пиздец, блядь, какое же криворукое уебище, блядь, и рунку еще потерял.
какие-то у меня ножны такие невзрачные на этом мече. А на другом мече более таким пиздатым. О, красиво! Красиво, стильно, модно, молодежно. Только этот меч я уже качать не буду. Судя по состоянию дел, в этой игре для того, чтобы прокачать одно оружие плюс 25, ты должен потратить все! Все, что, блядь, есть в этой игре, в принципе. Этому, видимо, вообще стало похеру в какой-то момент, он просто обратно пошел. Бля! Ебануться, ёблагнуться, ну просто пиздец. Ёбаный гений, нахуй. Дегенерат ебучий. Вот пока ты это делал, дебил, сука, ёбаная падла, так все и происходило. Это, блядь, я... Игра, я для тебя какая-то шутка, что ли? Ну, допустим. А, ну понятно, я настолько сраный уебище, что я умираю от с одного рассказа. Что-то я даже немножко под впечатлением. Что уже всрато две дуги. Эх, хорошее было время, когда я не знал про эту руну. Умер и умер, ну и хрен с ним. Ну бывает. И ничего не поделаешь. А как только я узнал про эту дугу, блять, все, пиздец. Теперь я боюсь смерти, теперь я, блядь, теперь я стал просто конченным ебланом, который умирает, блядь, с одного раскаста босса, блядь, единственного, не получая при этом урона до этого момента. Я уже пизды получаю от рядовых мобов, ну понятно.
Вот этого я сейчас не понял. Меховая одежда. Не, ну я думаю, мне на босса хватит 7 заглотов, потому что я сейчас еще сразу сожру фляжку. О! Блять, ёбень. Бегай, 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 бегай. Слушайте, я вспомнил, у меня была проблема с этим боссом, что я не успевал на него среагировать. И я понял, почему. ФПСы. 40 кадров нет в этой игре, в эту игру играть невозможно. У меня босс просто телепортировался из воздуха об землю, и я не мог реально среагировать на ее прыжок. Ну, просто физически. Не знаю, это он, она, оно, они... Так. Из ближайшего, что бы я хотел сделать, мне как-то надо попасть. Я даже не знаю. Но походу надо просто дальше ехать. Там где-то будет проход наверх. Босс, как вы видите, элементарнейший. Но если вы такой же дегенерат, как и я, вы будете умирать с одного прокаста. То есть вы не будете ловить тычки, вы не будете ловить урон с прыжков, но вы будете ловить самую элементарную атаку. Удар об землю. Слушайте, я что-то видим как-то с... Критически туплю, но... То есть вы мне хотите сказать, что вот это вот непроходимая местность. То есть вот на это плато никак не попасть. То есть только отсюда можно зайти на него, да? То есть оно полностью закрыто. А чтобы на него попасть, надо... Блин, ну я не знаю... Падать на с высоты километр. То есть вот здесь не пройти, здесь тоже плато. Здесь не спуститься. Нигде. Вот точнее, вот тут вот, на этом участке. Потому что нужно попасть сюда. Потом сюда, а потом вот так вот идти. Здесь подняться. И только после этого ты сможешь вот подняться так, 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 вот так. Хотя вот видно, что здесь разрыв. И здесь, по идее, можно подняться. Но нет, здесь везде, блядь, ёбаные скалы. Причем везде ровно, сука, вертикальные скалы. Если что, ребят, реально, вот в Elden Ring, забудьте, здесь нет открытого мира. Здесь есть... Здесь открытый мир, это вот. Это вот это вот первая лока. И то, как вы видите. То есть, тут вот скалы. Вот тут вот, то есть, один проход. Вот тут вот везде скалы, 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 скалы.
Ровных мест нету. Тут тоже скалы, скалы, хотя вот здесь вот огромное плато, но все равно все везде скалы, 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 скалы. Это не Skyrim, где, по сути, проходу мешает только одна вот такая вот огромная гора по центру. И в пределе трудно перемещаться. Все. Это правильно называть псевдооткрытый мир? Потому что скалы везде и всюду, это нихуя не открытый мир. Вот это я могу вам гарантировать. Вот такие вот просто стены. Причем, знаете, в первой локации это еще как-то не выглядело как-то слишком уж ебанутым, потому что было видно, что вот есть какая-то локация, и из нее как бы, ну, она как бы вот вокруг нее поля относительные. И можно как-то вот понять, что там вот действительно на открытой местности находится, например, вот этот лагерь. То есть, хотя нет, с севера скалы, с запада скалы, плюс ворота. Но вот тут, вот тут реально вот ты из чистого поля буквально туда приходишь. О, да ладно. А, не, хуй. Хуй, это не то место. Нет, это спуск вот в са... А, нет, стоп, подождите. Блин, кто вот такие лесенки сделал? Он, я не знаю... Он просто либо гений, либо полный идиот. То есть все-таки можно сюда пройти с горем пополам. Так, ладно, ребят, давайте еще запомним эту дыру. Потом нужно будет сходить вон туда, в катакомбы черного ножа, потому что... Так, вот здесь вот какой-то Night Stalker. Найтсталкера, кстати, сейчас, пожалуй, грохнем. Это третий. И попробую сюда пробраться. Вообще, что там такое интересное? А, тут еще где-то должен быть... Я не знаю, я поближе сделаю. Где-то прямо на стене кинжалик. Вот здесь. Да и в принципе все. То есть вот эта вот вся восточная часть локации, она полностью будет зачищена этого озера. Потом, соответственно, чищем западную часть. То есть вот тут вот я уже был. Там уже убил какого-то мини-босса. Потом идем вот, то есть вот это место и вот этот тоненький перешейчик. Почему? Потому что вот тут вот на севере я уже все сделал. На севере эта часть. Потом уже центральное озеро, именно саму воду зачистим, вплоть до вот этой вот дырки огромной, которую тут видно. Потом пойдем уже вот сюда, потому что там какая-то жесть, там что-то вот на уровне вот этого, блять, замка. Это вообще отдельная тема для разговора, там можно вечно сидеть. Знаете, что я понял, что все-таки можно? Вот все-таки теперь я верю, что можно было вот в золотую столицу эту попасть. Хотя, опять же, там, скорее всего, чем-нибудь закрыто.
что это отдельное вот это плато гигантское. Вот его видно. Где это дерево стоит. Ну как, стоит оно на воде. Но ближе к всему примыкает именно вот к этому плато. То есть там можно будет прям вот подойти к нему в упор, потрогать, поцеловать. Еще одна бабушка. Without the right. All you can do is stand at a loss without even the half crescents that wish to behold before the unmoving, unfeeling grand lift ahead. Are you planning to throw yourself to the waters? To find the coward's passage through the dim cavern? Малодушный в темный... Блять, она знаете про что говорит? Про пещеру, где я не могу пройти. Она говорит вот про это место. Но, слушайте, а вот здесь, кстати, может быть где-нибудь спуск. Реально, здесь где-нибудь может быть спуск. Причем, слушайте. Я, кажется, понимаю, про что она говорит. Но тут нет дальше прохода на север. Вот в чем проблема. Ладно, мне сейчас не до этого. Сначала мне нужно убить ночного всадника. Ночного ворона, я хер его знает. Как его правильно там назвать. Мне только интересно, с предыдущего ночного всадника я стал хоть чуть-чуть сильнее. А мне все еще нужно 4 гиртри камня. Вот он, черт. Почему у меня 99 урона? Он мне типа не по левлу, что ли? Бесконечно, он просто беспомощный. Я вот все время думал, что если его с коня, то есть спустить, он будет как-то очень круто так Глефа ночной конница, так круто что-то там какую-нибудь магию начнет юзать или что-то такое. А он хуй с горы. Просто пытается меня дальше бить.
Опа. Там очень опасный парень стоит. Чё, правда что ли? Чел, я этот мувсет уже видел. Две игры назад. От Миядзаки. Ну, блять, придется, к сожалению, его первым пиздить, потому что вот эти очень долго что-то там пытаются сделать. Хотя нет, маг очень сильно мешает, его тоже надо грохнуть. Нормально. Здесь какое-то здание, надо проверить. Храм Белума. Выглядит как нихуя пока что. Дайте угадаю, сейчас мне уже две священных слезы надо. Да? О, не. Сколько у меня семок? Одна. Про десятый заглот можно пока вообще забыть. То есть вы хотите мне сказать, что здесь есть безопасный спуск в самый низ, вот сюда? What do you need? I don't want any trouble. Деньги, я так понимаю, тебе тоже, челик, не нужны, да? Иммунитет к чему повышает? Полезное вяленое мясо. Я, конечно, понимаю, что вяленое мясо полезное, но... Стрела. Болт. Ну, пусть у нас их будет 99. Это сколько?
плевать, 99. Там? Well, пусть так и будет. А реально, как далеко я могу спуститься? Так. Здесь наверняка есть руда. Вот однозначно. Так. Чел, короче, в следующий раз еще 5 минут постой, пока стой какую-нибудь херню. Подождите, то есть я реально спустился к воде. Вот с того места, которое я искал сейчас, я реально спустился к воде. Сука проклятая. Так. Я так понимаю, это некий альтернативный путь в ёбаное днище. Ну, то есть на... Ну, точнее, путь в ёбаное днище, но альтернативный путь на плато. Через воду. Я увидел просто кучу красных пятен, и мне стало страшно. А я не понимаю тогда, от чего они умерли, честно. Ладно, мне в любом случае пока что не сюда. Блять, ёбаные фризы, да что ж такое-то? Я не знаю, просто на ровном месте сужается ППС. Пока я здесь бегаю, ну это просто пиздец. Чел, хоть какой тир камней, который ты долбишь, скажи, пожалуйста. Кузнечный камень 4.
Не, окей, я понимаю, что они мне нужны. То есть вот это вот уже плюс 11 у меня. Оружие будет. Но это все бесполезный мусор, пока мне не дадут еще 4 вот этих камня. Тир 3. Ладно, знаете что, я сюда пока что даже идти не хочу, вот серьезно. У меня есть планы посерьезнее, то есть, точнее, планы поважнее. Мне нужно как-то добраться сюда, сюда, здесь побыть. Два босса осталось в этой части Локи. Я, видимо, какой-то клинический идиот. Я где-то пропустил целую тонну плюс тир 3 камней. Они были в подземелье, штучки 4. Все. Я не понял, в какую сторону он смотрит. То есть вы хотите сказать, что все-таки нет, туда нельзя пробраться? Или шо? Не, ну точно можно, если идти по мейн-дороге. Это такое синее стоит. А, это полоски вот эти вот веселые. Что это? А что это? Что это за выжигатель мозгов там работает?
Все, я увидел. Но я не понимаю, что это такое. А, слушайте, там, короче, какой-то хуй кастует это дерьмо. Точнее, извините, пожалуйста, не какой-то хуй, какие-то хуи. Их там человека 4, по-моему, стоит. Я, кстати, знаете, вот сначала, когда появилась эта хрень, я был уверен, что откуда-то сверху, вот с того плато, куда я иду, шмаляют этой штукой. Потом я увидел эту хрень, я стал уверен, что это с подъемника шмаляют, чтобы я к нему не подошел. Ну, выжигатель мозгов, типа, работает. Башня яростного пламени. Потом... Так, давайте вот туда сначала сходим. Потом только я уже увидел, что тут оказывается какая-то всратая башня. И там стоит какой-то всратый чувак, который кастует вот такую вот хрень. Но главное, что все всратое. Мне не нравится этот пчел. Я его, пожалуй, обойду. Вот на обратном пути сейчас мы с ним поговорим. Чтобы войти, решите загадку. Мне кажется, это какой-то мега хуёвый перевод, потому что тут нужен этот ключ магический. На данный момент в играх Миядзаки не было ни одной логической загадки. Ни единой. Это спинномозговые игры. Все причем. Кроме, конечно, ситуации, то есть вопроса, что мне, блядь, делать и куда мне нахуй идти. Вот только вот этот вопрос вечный. Но так как я такие вопросы не люблю, я использую всякую херню второстепенно. Всякие вики и прочее. Так.
Так, кристальный задротик. И, кажись, я сейчас сам себя наказал тем, что сюда залез. И мне придется все это обходить заново. Что теперь обратно не вернешься. Только вниз, только хардкор. Заново. Ладно. Блять, у меня и омут призыва, естественно, не до... Пиздец, то есть надо реально не умирать и ходить по всем омутам призыва. Если ты не дай бог умер. Кстати, на русской вики появилась какая-нибудь информация, просто там вообще ни одной статьи не было. Дня три назад, хотя уже столько времени прошло. Так. Так. Да нет. Омут призыва к... Угу. Уже даже появились какие-то эти предметы. А где боссы? Отлично, скриншоты, видео. А, ну хотя бы по Годрику появилось что-то. Категории босса даже нету, все понятно. Как работает тот омут призыва, я пока что не узнаю, потому что я не знаю английского. На Фикстрале, естественно, есть уже все. Вся инфа. Ну, понятное дело, не вся, там многое чего еще нету. Но судя по тому, что уже на второй день кучу статей было, то скоро уже будет. Сколько, кстати, с момента выхода игры прошло? 25-е, 24, 9 дней. Короче, в эту игру будет идеально играть месяца через 2-3. Когда уже все прям идеально распишут. Мне на самом деле какие-то статьи прям вот такие вот особо не нужны, за исключением некоторых моментов, которые я вообще не понимаю. Мне нужны именно карты. А чё, всё, больше выжигателя мозгов не будет? Да блин, а я так хотел. Так. Получается, из-за того, что здесь сраное дерево, не видно то, что это какой-то хексагон.
Окей, хексагон, потом подъем наверх, здесь... Давайте зачищать хексагон. Боссов здесь не отмечено, из боссов осталось только вот это подземелье в этой половине. А потом в самом конце уже пойду сюда. За тир 4 камушками. Что за звуки? А, тут эти ходят. Блин, ну вот почему нельзя вот... Хотя, наверное, можно, ладно. Просто, знаете, все еще в голове плывет желание уменьшить графику, чтобы игру не фризило, но это бесполезно. Если игра захочет лагать, она будет лагать на любых настройках. В этом ее особенность. Желтое око ярко-красного цвета, но вы понимаете. Будет неприкольно, если они сейчас поднимут тревогу и все просто на меня сбегутся. Вообще маленький хексагончик на самом деле получается. Ну, нет, давайте его зачистим. Хотя вот тут реально вот нарисован один единственный предмет. Это из полезных. Это вот этот демонический камень, демонический ключ. Если что, я знаю, конечно, где их купить. Но все равно денег так жалко на них, блин. По 4 косаря стоит. Вот здесь он. На стене. Это что? А-а-а, вспомнил. Но это уже под конец. Это чуть-чуть потом. Вот это, в этот анус заглянем. Есть контакт. Сколько у меня их вообще? А, один. То есть те два были последние, которые я потратил на бесполезную дверь с бесполезными предметами. Слушайте, они что-то охраняют. Я спущусь. Я рискну, я спущусь, но там вдруг... Вдруг там тир 3 камень? Сколько у меня их уже? Все так же. Минус 3 минуты жизни из-за сраного мусора. Не, знаете, если бы вот у меня, как, например, во втором Dark Souls, вот я его часто прохожу, у меня есть карты к нему, я собираю все предметы. Что-то можно отдать на продажу, что-то можно, то есть там и камни лежат для заточки. То есть, когда ты собираешь прям вообще все, это хорошо. А когда ты собираешь, ну, у тебя нет всех карт, и ты собираешь предметы частично, и каждое вот такое вот синее пламя,
которая отмечает какую-то бесполезную хуйню абсолютно. То есть есть белое пламя, это обычные предметы, и синее пламя, это предметы посерьезнее. И вот сейчас под синим пламенем была какая-то адская хуета, потому что, мне кажется, расходные материалы для создания предметов, они вообще не имеют права синим отмечаться. Вообще, блядь, ни в какой вселенной, потому что все вот это бесполезные помои. Это бесполезнейшие помои, кроме, наверное, этих костей животных. Кстати, надо было оперенной делать. То, скорее всего, вот у этих вот урона вообще не будет. Не, если найти все рецепты, возможно, тут появится что-то действительно полезное. То есть, полезное вот это дерьмо, которое от яда лечит, вот реально полезное. Потому что если ты зашел в какое-то болото, все, пиздец. Ты будешь отравлен минут на 20. Это плохо. И хорошо то, что ты будешь отравлен минут на 20. Ты второй раз травиться не будешь, сможешь спокойно ходить по этому болоту. Да вот эти вот пирожки... Короче, ну реально нужно... Вот еще омега полезная херня. Я сделаю 99. Несмотря на то, что я убиваю всех боссов соло, я только одного босса убил. С кем-то, это бастарда. Я на какой-то хер там призвал толпу, хотя мог спокойно убить его в соло, вообще без проблем. За последние два стрима сложных боссов не было. И да, эта штука, вот эта вот штука, которую я сейчас 100 штук сделал, она стоит косарь. Это просто ебануться. Я в начале игры просто охуел. Парни, а у вас тут камушков не лежит? Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, что лежит. Кузнечный камень 2. Просто в качестве лута. Клятва Шабри. Блин, слушайте, какой-то ключ, походу. Я, кстати, так и не понял, как колокольчиком духов пользоваться. Вот хоть убейте. Вот сколько времени уже прошло. Этим уже даже понял, как пользоваться. Колдовство 13. Не, знаете что, я так могу всю жизнь просидеть. Что у меня там есть? Как эта штука называется? Я реально вот сейчас вот альтабуюсь, вот, иду против своего собственного чувства. Elden Ring. Как использовать прах?
А, вот что эта срань значит. Я был уверен, что это то ли сейф игры, ну знаете, когда огонек горит, то ли сейф, то ли то, что тебя клинки Марии сохраняют. Типа рядом клинки Марии. Бля. Сучка. Хуй. Да! Ладно, разобрались. Ну ладно, это все второстепенная проблема. Первостепенная проблема это вот. Кого будут реально на прах поставить? Какого-нибудь лютого черта. Во-во-во-во-во-во-во. Мне Олега. Жаль, что не Игорь. Было бы вообще идеально. Так. Вещи Олег, блядь. Какого ху... Что? Ага. Справочник безумца. Вот это что ли? Замедляет накопление безумия. Ну я честно скажу, безумие в этой игре это полная херня по сравнению со страхом в Секиро, вот с фиолетовой вот эта срань. Она, по-моему, шотит тебя вообще при любых обстоятельствах. Господи, Миядзаки, шел 2022 год, у тебя игра с открытым миром, ты все еще не можешь сделать внутреннее убранство вот у таких вот сратых домиков, там просто что-то черное, просто черная текстурина. Ну блин, ну это пахнет индюшатиной. И мне плевать, что игра делалась еще под PS4, которая не тянет подобное. Она вполне себе может это тянуть. Меняйте движок, короче, если у вас какие-то проблемы. Сколько можно. Я так понимаю, все. Вот это вот. Раз, два, три, четыре, пять домиков. Это есть вся эта крепость, да? Мне что-то казалось, что здесь побольше. Ладно, поскакали дальше. Страшно только за деньги. Это уже почти левел, по-моему. Да, еще 2000 и будет левел. Еще куча каких-то стен. Деревня яростного пламени. Деревня, которая окружена хексагоном из стен.
говорится, в пекло. Что? Что такое? Чё, по-сетски сейчас будет? А-а-а, фу ты. Я все еще жив. Помни, путник, 19300. 19300. Если я сейчас проебу, мне придется где-то минут 10 фармить эти деньги. Идти в мое любимое место. Естественно, я ни при каких обстоятельствах не успокоюсь, пока не восстановлю их. Предварительно пробив, скорее всего, себе череп с фейлспамом. Я уже просто на такой стадии игры, где я не имею права проигрывать в ПВЕ, в таком ПВЕ. Поэтому скачем без остановки. Блять, ёбаная руна, сука. Мне еще нужно будет идти фармить руны. От этого, кстати, я вообще никуда не денусь. Без рун я уже все не могу. Ладно, понимаете, если бы хоть, если бы только ХП немного уменьшалось, это хрен с ним, понимаете? Это можно пережить. Но у меня уменьшаются все статы. То есть я становлюсь где-то на 10 левелов ниже, чем я есть сейчас. Как же мне кали, что у меня до сих пор нет 10 заглота? Тогда бы, если бы меня призывали, у меня бы их было 6. То есть вот эта фляжка, которая половину хп восстанавливает, плюс 5 заглотов стандартных таких, классических, из первого ДС-а на какого-нибудь босса. Вполне бы хватало. И мне, и товарищу. А, я уже... А ХП у него, кстати, довольно много. Все?
отходи, 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 блядь. Похуй, сойдет. Он мне, кстати, всю ману выжег. Сучка. Крашеная. Господи, у меня этих слез уже жопой жуй. Дайте мне семечку золотую. Сколько у меня уже, кстати, реально плюс, плюс фляжка, плюс 7. По-моему, это максимальная цифра, которая возможна в первом ДС-е. Во втором ДС-е можно было плюс 5 качать, в третьем не помню. Я прикрою окно, потому что мне ужасно дует. У меня прям реально плечо замерзло. А, еще, никогда не покупайте яблочную жижу для вейпа. Это жижа со вкусом пива. Я бы не сказал, что это прям плохо, если вы любите пиво. Но тут, знаете, такое противное, кислое. Даже не пиво, а... Вот я сходу сейчас не скажу, такой яблочный полусидр или... Хера его пойми вообще. Опа. Я, кстати, очень давно левел не качал в этой игре. Прям очень давно. Что хочу попробовать. Так, 161 плюс 67. Калькулейтим. Сто шестьдесят один плюс 67 получается 228. Качественное. 133 плюс 94, 227. Сука. Не хватает, то есть мне надо еще качнуть одну ловкость, и тогда они сравняются качественно и обычно. Я так понимаю, они должны в кого-то лететь. Я просто, понимаете, не хочу юзать вот это вот усиление, потому что оно действует реально секунд 5. Плюс, ну, как бы оно там задержку дает, а тут я как бы его заюзил, вот они у меня висят вокруг. Я не знаю, сколько они будут висеть, но больше, ну, походу, явно больше 15 секунд. То есть я зашел на босс-арену, заюзал, они полетели в босса. Это прикольно. Давайте снова сюда сходим, потому что, насколько я понял, я, ну, не решил загадку, конечно. Или сколько они летать-то вокруг меня будут? Уже час прошел.
Здравствуйте, ребят. Пока, ребят. Подождите. Я не понимаю, они что делают-то вообще эти? Нет, вот это прикольная тема. Усиление, конечно, круче намного, но... Ну блин, ну там 5 секунд буквально. То есть его невозможно, знаете, как какую-то экстренную смолу, как в третьем Dark Souls, и там можно прям во время удара мазать ее. И там огромный баф к урону. Нет, ее прям нужно сидеть и намазывать. Пожалуйста, а урон будет? Что у него с балансом, кстати, или это реально вот эти мои штуки так сильно по балансу подают? Реально вот так вот сильно баланс снимают. Мне дали какую-то маску, я не понимаю, что она делает. Где она вообще? Что это? А, вот она. Клятва Шабры. Привлекает внимание врагов. А! Это медальон. Простите, не признал. В общем, теперь у меня две дороги. Во-первых, вот это место. Потом вот это место. Пойдемте.
Очередной ёбаный данж, сука. Кстати, по-моему, первый данж, который я вообще нашел сам. Слушайте, у меня походу какой-то глюк начался, знаете почему? Потому что... Как бы это объяснить-то? Да, тут есть некромант, это однозначно. Он восстанавливает этих скелетов. Я как-то очень сильно сшибаю баланс обычными атаками. Ну, ладно, возможно, это реально клевое оружие. Здесь, кстати, два босса сразу отмечено. Интерактивчик пошел. Я интерактивчика в этой игре не видел уже. Ну, естественно, он прям идеально, блять, встанет, точнее, она. А, все, меня взяли. Блин. Просто предмет был, я не смог его взять. Хозяин пальцев Агалахт. Это у меня глюк или парень, вот открыв эту дверь, еще куда-то прется? А он мог... Тогда он мог меня подождать просто, я не понимаю. Я не знаю, куда он идет. Ладно, я вижу его значок. Иду, брат, иду! Твою мать, где ты? Блять, я потерялся. А где он? Я не знаю, блядь. Господи, ну ты чел, ёб твою мать. Как ты мог просто, блядь, призвать меня и куда-то съебаться? Тут два босса, я на самом первом. Чем ты думал, ёб твою мать? Блядь. А я не знаю, как в него пройти. Я других дорог тут не видел.
А я не знаю, где он, блядь. Я просто не знаю, он съебался. Просто челик куда-то съебался. Я не его нашел в дороге. Зачем призывал, непонятно, если он сам справился с полутора боссами. Абсолютно непонятно. Я знаю, что здесь два босса, но я в душе не ебу, где они. Где, точнее, где второй. Есть у меня подозрение, что они идут подряд, но я не мог даже к первому пройти. Там закрыто. Не, ну что хочу сказать, я рад, дугу мы не восстановили. А дальше что? Хочу обратить ваше внимание, этот краб уже давным-давно сгнил. Так. Трансляция еще идет? Да, трансляция идет. Хотя нет, я не понимаю. Сейчас. Да, трансляция идет. Пиздец, какой пиздец. Она вылетела. Она просто, блядь, взяла и вылетела. Это первый, по-моему, за всю историю Souls игр, который просто вылетает. Я не помню ни одного вылета. Ой, это не то. Я реально сейчас первый раз вижу вылет. За всю историю Souls игр. То есть у меня были игры, которые, знаете, типа всяких, блять, метро, ну не последних даже, а предпоследних, которые просто закрывались из-за 21:9 монитора. То есть без какой-либо ошибки игра просто Alt F4 нажимает сама по себе и все.
яйца краба. Как в нем еще яйца какие-то остались? Но он реально, он уже разложившийся. Я, кстати, увидел, короче, там дырка есть. И, походу, мне надо в эту дырку пробраться, чтобы открыть эту дорожку. Вопрос как? Ага. Ага. Я не знал. Хули. А чел, наверное, думает, блядь, этот ёбень не прожёл это подземелье, хули он, блядь, на призыв себя поставил. Уёбок сраный, я ж тут один, блядь, ебусь с этим боссом уже 2 минуты, сука ты конченая. Вот это его мысли были. А это, блядь, реально не знаю. Там такая, наверное, такой адский хейт был. Блять, Аллахом прошу, пошли к этому боссу. Я хоть взгляну на него. О! Я начну со скелетов. Так, с этими скелетами явно что-то не то. Блять, он сейчас поднимется. Да у него ХП нету! Плюс 3 рунических дуги за одно это подземелье. Неплохо. Блин, а если я потеряю руническую дугу и... А что значит В2, В1? Почему мне не восстановили фляжки сейчас после победы? Я что-то не знаю теперь. О, богатый. Нужна булава.
Ну шо, пойдемте. 5 заглотов. Ух ты ж, блядь. А, это еще и душное говно, потому что у него хп много. Он меня может измором взять, у меня пляжек всего 5 штук. У меня, кстати, хп дебаф. А, все, это из-за него, походу, было. Пам-пам. У них реально очень маленький урон, но хп очень много. Из-за того, что я бью не тем оружием. Так. Где-то открылся проход в тайный лабиринт. Попробую, кстати, на шару именно босса долбить, потому что, походу, ну, у него реально хп нету, там просто он улетел. Сколько у него там, половина была, он улетел с 3-4 ударов. Твою мать!
пиздых, 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 и я умер. Короче, я, знаете, что моя была ошибка? В том, что я все-таки такой, может все-таки убить скелетов? У босса-то осталось 30% хп после того, как я не сделал нихуя, я, может быть, один раз в него попал. Это даже не босс, это сложный моб. Пиздуй отсюда, пиздуй отсюда! Ааа, все, КГ. КГ-шечка, блядь! Всё, что ли? А он-то чё встал? Блять, у него хп как у этого скелета! Твою мать, у него хп как у скелета! Какого хера я сейчас ему проиграл? А, да, кстати. А, нет, уже не, уже все, уже нельзя. Сколько ему ударов надо? 5? Что такое корень смерти? Что такое корень смерти? Это, во-первых. А во-вторых, где он вообще? Это же какой-то архипиздатый предмет. Он лежит в сундуке после босса. Шестьдесят
А, вот он. Жрец зверь ищет их и питается ими. Что? Кто? Алтарь драконного причастия, блядь. А, мы убили здесь всех. Ёб твою мать. Ну, осталось только вот это место. Вот эта дырдочка. Тут еще где-то должен быть тир 3 камушек. Вот здесь он. Блядь, сука! Нахуй мне этот камень обоссанный мрака? Нахуя дайте мне этих камней, пожалуйста? Да что ж такое, что вы мне это даете? Вот это, блядь. Вот этих дайте. 4 штуки еще надо. Сука! В каких аналах мне их искать? Вот ей-богу. Это, кстати, тоже шахта. И не дай бог здесь нету тир 3 камней. Я тогда вообще не знаю, что мне делать в этой жизни. Бля, охуенный материал, какой-то ссаный треснувший кристалл. А, это еще и кристальный туннель, все понятно. Блин, а я уже хп потерял. Да что ж такое? Ну ты черт. Эй! Да-да-да, пошли. А, подождите, это ты... А я не активировал этот омут после смерти...
Это вообще какой-то старый опыт? То есть нет, все-таки не от смерти зависит. О, я помню это место. Все-таки уже Блин, какой ты стрёмный. Это то, о чем я думаю? Ну давайте сейчас просто его быстро загасим. На скелетов вообще не реагируем. Да, брательник, это весь босс. Хоба плюс руническая дуга. Единственное, вот этот промежуток секунд 30, пока тебя обратно не телепортнет. Жаль, дают 3 копейки, конечно, Дерексик. Если хотя бы, блин, по 1500 давали, было бы еще понятно. 2 рубля дают и живи с этим.
Не, если из этих треснувших кристаллов можно будет каким-то хуим образом, откровенно говоря, делать камни, это будет просто отлично. А может здесь кто-нибудь разжевать камень? Я бы просто разжевал сейчас камень, который тир 4. Она даже парочку. Блин, этот еще ворота свои не открыл. Да ё-моё. Это что за место вообще? А, все, припоминаю. Всё. А, это последнее. Сейчас я туда уйду, и чел просто охуеет, куда я делся. Тут уже все. Тут щелик уже прошел, понятно. А че он дверцу-то не открыл? Кстати, за мобов дают денег почти столько же, сколько и... Ну, когда вот тебя именно призывают, дают почти столько же, сколько... Но теперь я уже уверен, что это не с моей стороны ошибка, потому что меня сейчас призвали уже раза 4, и 4 раза проблем не было. И на 5-й только раз случилась какая-то проблема. Я помню. Ну, не это конкретно место, но настолько похожее. Бля, треснувший кристалл. Что? Я вот пытаюсь еще понять, где он тут вообще находится. Материал для создания предметов. Каких? Прям очень интересно. Ну, у меня только один вариант, из него можно делать какие-то камни. Вот именно для заточки оружия. Во всех иных случаях это помо... Это мы нахуй где? Здравствуйте. Чел, сантименты потом.
Это он солнце восславляет, что ли? Так. Две тысячи. Еще одного такого басецкого надо убить. Что забавно, можно просто реально стоять и пускать свои знаки в омут призыва. Просто бесконечно, стоя на одном месте. Я надеюсь, он обратно сможет вернуться. Его там заело, что ли? Нет, бегает. Твою мать, брат! Я попытался. Будь бы я в соло, он бы уже умер. К
Кузнечный камень 2. Ну, ладно. Ладно, это хотя бы не один. Забавно, я встретил две пещеры, где добывают первый камень, одну пещеру, где добывают четвертый камень, и сейчас пещера, где добывают второй камень. Мне нужен третий камень. Главное, не в прыжке. Откуда у меня столько денег, кстати, стало? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Сори. Я не знаю, вдруг меня все слышат. Да, это хорошо, что в меня полетело. Меня не жалко. Хуярим. Блин, жаль, что не призывают на предыдущие локи, только на эти. Я все еще не понимаю, как эта штука работает. То есть все-таки смерть тут не отключает эти штуки, эти омуты призыва. Такс. Мне что-то стрёмное, потому что понимаю, что если я туда свалюсь, я потеряю все свое бабло. Давайте теперь посчитаем-с. А, у меня и... Блять, у меня и так качественно стояло. Ё-моё, я и целую единицу урона терял, оказывается. Я и не заметил. Так, считаем. 161 плюс 68. 229. Ага, качественная. 133...
Плюс 95. 228. Сука. Ну ладно, один урон, а то, что у меня не было, это реально не страшно. Просто обычно я привык там, качественное, это прям вот и сила, и ловкость, плюс урон от них идет. А в итоге какая-то хуета. При том, что уже по 27 и силы, и ловкости. Это достаточно серьезно. То есть, например, классический Dark Souls, первый, по крайней мере. Не, я помню именно второй, там где 40 с хуем боссов, 41 босс. Ты уже конец игры, ты, допустим, идешь только строго через эти... Через силу, ловкость, там, здоровье. У тебя под конец игры 40. Тут у меня только-только мид-гейм, у меня уже 27. Но вот это 32, это из-за руны. Но 32 это тоже как бы очень-очень серьезно. Я не хочу пока больше в омуты ходить, я просто немножко подустал уже. Тут реально, тут можно вечно в них ходить, пока у тебя 100-500 левел не будет. Не, судя по тому, что эти кристаллы восстанавливаются, ничего полезного из них реально не сделать. Понятное дело, что можно набафать себя на 100 дурных, но... У меня нет еще всех рецептов. Не, но я чувствую, что я стал посильнее, потому что я почти их убиваю с двух прокастов. То есть удар в спину плюс сильная атака с двух рук. Если бы с вас еще что-то полезное падало. Тело не требуется. Ага. Хорошо. Было ради чего страдать, но мне все еще нужно 3 штуки. Господи. Кузнечный камень срака. Я его буду так называть. По причине полной бессмысленности своего существования в моем кошельке. Я уже, знаете, я уже думаю, что вот как-то вот наступит такой момент, где будет просто вот 3 штуки валяться в каком-нибудь ящичке. Я такой, да, да, наконец-то я могу забыть про эти сраные камни плюс 3. И буду искать еще 6 камней плюс 4. А потом плюс 5, плюс 6, плюс 7, плюс 8, блядь, и один камень плюс 9. Чтоб жизнь точно медом не казалась. То есть, если считать именно по камням, то у меня пройдено меньше трети игры. Блин, их двое. У меня сопротивление магии, кстати, хорошее.
То есть нет какого-то супер адского урона. Ну, вот от этих вот штук летающих. Так. Но я на всякий случай все равно похилюсь. О, я вижу желтую жилу. Ну там, скорее всего, плюс 2 камень будет. Да ладно. Да ладно, еще две штуки. Эти руны, эти деньги абсолютно бесполезны для меня, к сожалению. Еще один нужен. Еще один. Еще один. Да! Причем я на самом деле не особо даже и рад, потому что, ну, знаете, как... Знаете, вот ведро говна перед тобой стоит, и ты должен его съесть, и ты его доел досуха. И тебе попить дали водички. Это такой... Да, оно закончилось, слава богу. Я наебался до 100 дурных. Весь мир Elden Ring, а ты в нем, блять, камень плюс 3, который никто не может найти. В скобочках только я. Но тут на самом деле я не вижу вообще никакого смысла сейчас останавливаться, то есть идти дальше. Мне надо вернуться и качать. У меня меч плюс 8, сейчас он будет плюс 11. Фокус. Ну, тир 4 камня теперь. Ну, тир 4 камней здесь полно, я знаю тут еще одну шахту. Там, я думаю, штук 6, может быть, найду еще где-нибудь. Твою мать, да чё ж мне надо полностью отсюда выйти, чтобы телепортироваться? Какой-то бред. Да, зараза. Всё, я вышел. Пути меня. А ещё окажется, что да... Плюс 10 не может этот кузнец качать. Well, I took you no matter lay out your arm. Урон 260. Ну, сейчас уже, то есть, каждый камень, он одинаково прибавляет урона, то есть, от начального, самого начального урона, базового оружия, плюс 10% за каждый камень. То есть, в конце получится плюс 350 базового урона, 350%. К плюс 25, то есть... А, например, в Dark Souls плюс 10, все, это конец. Ты кто такой? Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new tarnished made very well. As your senior. А ты здесь уже был? It is safe here. Мне здесь нихера не безопасно. Знаете почему? Потому что я был вот здесь. И знаю, кто тут есть.
меня это не сильно волнует. Так, дайте мне вот еще раз чекнуть вот такую вещь. У нас получается пепел войны. Обычная. 180 плюс 80. 260. Хорошо. 260 ровно. 147 плюс 116. Выглядит как очень солидная цифра. 147 плюс... А, это уже Цэшка. Нет, подождите. ЦД уже. Обычка. То есть уже ловкость не так решает. А будет ЦЦ. 147 плюс 116. 263. Все. Мы ушли в плюс. За счет статов. Ну что забавно, если с меня сейчас слетит руна, у меня статы просто в пол уйдут. И он станет резко бесполезным. То есть еще плюс чуть-чуть урона у меня. Хотя, ну 3, это если, допустим, у чувака сопротивление 60% физики. Я не знаю, эти кристаллы, их, видимо, надо долбить как-то... Именно с помощью этого... Булавы, потому что, ну, 88 урона. 263 минус... Где-то 70% физзащиты. От колющих ударов и от режущих. Хотя нет, стоп, если это был урон в спину 88, то там еще больше получается резист. То есть если я сейчас возьму какую-то сратую булаву, а я могу, то урона по этим ребятам будет поболее. 110. Нет, все-таки 110 в спину. Нет, 88. Это 110, это из скрытности плюс бонус. Короче, я тут подумал, даже если бы у меня был меч плюс 25, у меня сейчас... Нет, возможно, я бы их из скрытности шотил. Зря я сейчас на лук, в лук вкачался. Но вообще я могу сейчас оружие плюс 6 сделать. Спокойно, абсолютно. Ради рофла, конечно, сейчас можно потратить все деньги. Ну, давайте, ладно, пройду вот это место и куплю булаву. Сделаю плюс 6, посмотрим. Может быть, тут разница реально космическая будет. Может, в этом и смысл. Что они как бы, ну, типа, каменные все, и резать их бесполезно, колоть тоже. Нужно им надробить. У меня, кстати, работает чат. Да, работает. Ой. Ой! Ой! Почему в этой части нельзя нормально выйти из этого... Забыл! Из позы. Бить их рукой точно бесполезно. Режущие атаки тупо не проходят.
Не, на самом деле, знаете, я верю в такую ситуацию, что в какой-то момент вот я пойду в тир 4 лок, у меня, короче, тир 3 камней будет как вот это вот. Просто тонна. Ага, все, увидел. Секретное место. Есть оружие, которое надо улучшать мраком? Да, это дорога к лифту. Или это другой лифт? Нет, это тот же самый. Непонятно, чем он бьет. Причем, несмотря на то, что он выглядит вот так, он... у него нет эффекта кровотечения. Чуваки, у которых нет корзины, куда они складывают все добро, что добыли? Кузнечный камень 2. Трешечка еще одна. Еще одна трешечка. Приятно. Подождите, это получается уже плюс 7 можно еще одно оружие сделать. Как приятно, когда можешь кого-нибудь порезать. Кузнечный камень 1. А, ну 3 штуки зато.
кристальный нож. Такое ощущение, что я по этим пещерам уже 10 лет просто брожу. Да что ж такое-то, а? И это еще ведь, я не знаю, основной ли это путь или развилка, потому что тут еще лифт. Вот этот. Куда он, интересно, ведет. Судя по всему, куда-то наверх. Шоткатина. Помогите, меня зажали! Я напомню, здесь где-то еще должен быть босс. Будь он не ладен. Я... Ой, черт, очередной лифт. Подождет. Земли. Кузнечный камень 3, кузнечный камень 3, кузнечный камень 3, кузнечный камень 1. Уже 5 штук. То есть, если я здесь достану где-то еще один, получится, что можно будет уже плюс 8 качать. Господи. Напугал.
Получается, все. Везде были, везде прошлись. Везде нас теперь ненавидят. И по какой-то непонятной причине здесь слишком уж светло для пещеры. Мне показалось, или я видел аж две тайных тропы? Или даже три? Будет забавно, если лифт, короче, сюда не поедет. Не, я с четырьмя заглотами к боссу не пойду. Даже не просите. Заодно посмотрим, насколько здесь шоткатные шоткаты. То есть, лифт раз. Но это не шоткат, конечно. Просто лифт. И тут тебя особо никто не бьет. Вот мы такие. Идем. Здесь толпа стоит. Большинство, конечно, просто добывают руду. Идем. Тут еще черти, которые... крутится. Идем. Здесь маги. Второй лифт. Один лифт, к счастью, мы все-таки игнорим. И вот это уже проход к... блять. Твою мать, где я? Я, блядь, где? А, стоп. А, все, господи. Пиздец, это вот мне сейчас только до босса бежать. Живым причем мне надо будет туда добежать. А это немаловажный фактор. Я ведь, кстати, духа могу, по идее, призвать. Я подчеркну то, что по идее. Не, вот это текстурина, конечно. Но это средние текстурки, до высоких лагует. Но я давно не видел таких текстурок у себя в своей жизни.
По причине того, что я очень давно не ставил средние настройки графики. Смотрите, почти целёхенькие пробежали. Твою мать! Шок. Классический. Хоть ноги ему отрезали лифтом, уже хорошо. Итак. Мы не можем призвать духов. Нахуй они нужны. Нахуй тогда они нужны. А, это у него щит. Я думаю, что это за выделение? Не, окей. Кузнечный колокол сфера рудокопа 1. Я, кстати, знаю, что она делает. Оно надо отнести его близнецам, и можно будет определенные виды... камней просто покупать. Причем не особо дорого. Я что-то, понимаете, в какой-то момент сейчас подумал, все, я его не убью. Но походу мне все-таки удалось пробить как-то его броню, и там уже от него ничего не оставалось. Итак. Давай. Все! Все, весь восток зачищен. Кроме, но это будем считать центром. Вот это еще непонятно. Я там, кстати, по-моему, не был ни разу. Давайте сходим, прогуляемся, посмотрим, что там. Я снова ваншочу этих ребят. Блин, прикольно сейчас, знаете, вернусь куда-нибудь на самую первую зону, поубивать там каких-нибудь боссов или элиток, с которыми были проблемы. Тот же всадник, страж дерева. Ой, как бы хотелось ему сейчас въебать, вот прям вот. Вот именно сейчас, но он уже мертв. Его страданий мы больше, к сожалению, уже не увидим.
Какая-то огроменная башня. Ё-моё. Ё-моё. Знаете, что на самом деле я понял самое неприкольное в этой игре? Играть офлайн. Потому что реально вот без вот этих дуг это игра это просто задница. Но она прям бега непроходимой не становится, но так неприятно, что ты без этой руны там особо бегаешь. ПВЕ. Минус руда. Ой, минус руна. Слушайте, а может реально только ХП прибавляется, а я что-то не знаю? Но это трудно проверить, мне надо тогда сбить снова эту руну и проверить, какие статы будут. Просто если только ХП... А вот урон, кстати, 263. То есть если урон не падает, то... В принципе... Я просто не видел, чтобы еще зеленая полоса росла. Там какая-то секреточка, я не увидел ее. Ага, то есть там... Тут не надо туда ходить. Кстати, я тут знаете, что подумал? Ей, все затыкали. Ладно. Но я теперь знаю, что их максимум 5 штук. Ёбнуться можно. Ну, по нему видно, что он какой-то архимаг. Но то, что, вот, знаете, что бесит? То, что у них, блядь, мана, сука, бесконечная. У таких уродов. Это как, знаете, как, это как в доте какой-нибудь Шторм Шпирит, у которого 6 этих Блодстоунов.
ебать, а чё он такой прочный? Но он просто лютый чёрт. А иди-ка ты сюда, а я не хочу туда. А где, кстати, символ призыва чудика моего? Где? То есть это не сильный противник. Нихуя, да? Это так. Позевать чуть-чуть, да? Понимаете, проблема даже не в нем, проблема сейчас в толпе. Да, у него, конечно, миллиард хп. Я его вообще не пробиваю. То есть вот это вот то, сколько я ему отнял за все это время. Все, убежал. Все, вот теперь я могу разбираться с этой толпой. Честное пионерство. Куда вот на этот раз он делся? Все, он исчез. Обратите внимание, я не использовал руну. А, кстати! 26. Да. 247 урона, пипец. Сука, да ёшки-матрёшки-то, а. Видимо, в этом весь рофл. Не, все удлиняют, все статы растут. 14, колдовство даже 12 становится, пипец. Ебать, а как в эту игру в офлайне вообще играть, я думаю? Без этой руны. Ну, поначалу да. А потом как Годрика убиваешь, я вообще хз. А, вот Йон Шароёбец. Может его из лука застрелить, слушайте. Я пока жижу налью. Не, у чувака там реально 6 блодстоунов, я не знаю. Тараска 6 блодстоунов. Что там еще на магический урон? Линза какая-то. Какая-то еще срань. Я не помню всех предметов Доты, я последний раз ее играл полноценно года 2 назад.
Че я подобрал? Какую-то руну сраную, да? Ебать. Просто кошмар. Как там говорится? Перекачанный. Блять, знаете, что забавно? Что если я сейчас умру, я уже, мне кажется, за этими душами вернуться не смогу. Ну его нахер реально. Слушайте, ну его нахер, я просто до него достать не могу. Я ему максимум один удар могу дать, он мне все ебало раскраивает. Сахер он мне нужен. Я еще, блядь, карту не могу открыть, потому что я не знаю, где я. Точнее, потому что я дерусь с этим чудиком. Ясно, понятно, принято. Он просто в какой-то момент решил меня, видимо, пожалеть и перестал тпшиться. Либо у него скрипт сломался. Я очень надеюсь, что он просто так ломается и все в один момент. Блин, где вот, знаете что? Я тут подумал, вот где реально фармить вот эти штуки? То есть без них вообще никак. Блин, я подумал на самом деле, что это какой-то чел сидит и прячется здесь. Это какая-то сраная крыса. Которую еще и не шотнешь к тому же. Ага. Окей, как попасть сюда? Это лифт. Угу. Как в него попасть? Короче, как оказалось, восток нихуя не пройдет. Хотя куда уж больше. Домой. У
меня очко играет в этом месте. Причем, знаете, как выглядит? Как будто бы это перевернутая штука. Это Divine Tower? Ну, это, то, что это Divine Tower, это понятно. Вот здесь еще какое-то место будет. Блять, не дай бог, там еще одно подземелье. Я уже ебнусь, наверное, скоро от этих подземелий. Вверху какой-то лифт. Как в него попасть. Еще один дерется. Давай, мужик, я в тебя верю. Убей его. Я вообще не удивлен, что кто-то лжет здесь. Я, видимо, еще одну лестницу не нашел. Впереди, наверх. Я понял. Нет. Или да. Блять. А, метательное оружие. Ну да. Меня наебали. Но вообще логично. Парень абсолютно логичную вещь пишет.
абсолютно логичную, но, как мы видим, хер тебе врыло, сраный урод, как говорится. Повыше. Блять. Плаву, в общем. Забейте, это не работает. Но идея неплохая. Вполне логичная. Во втором DS, если что, такие кнопки, они реально нажимаются с помощью лука и стрел. Или любого метательного оружия. Кто играл в первый DLC, тот помнит. Там они были на потолке, на полу, на стене, в жопе, где угодно. Ну слушайте, ну давайте, короче, пока забьем реально на эту тему, потому что имхо, тут нужна великая руна. И ты когда придешь с этой великой руной... то только после этого... А, да, во-первых, level up. Не, кстати, вот по поводу еще омутов призыва, имхо, если онлайн будет низкий, как-то, если тут все-таки можно призывать и в старые омуты призыва, если ты активируешь, условно, там все омуты призыва, какие только есть... то шанс того, что тебя призовут, близок к 90%. То есть не бывает такого в этой... Даже если брать, условно, второй Dark Souls, самый старый, самый помойный, то даже там нету нулевого онлайна. Да, кстати, карта дико наебывает, потому что здесь должен быть проход. Карта, я согласен. Обратите внимание, ни одного этого... Ни одного красного символа. У меня два варианта. Либо тут не нашлось ни одного идиота, который сейчас онлайн и который пошел туда. Либо это действительно то, что я думаю. Давайте, ребят. Мы закроем глаза с вами. Мы знаем, Миядзаки так уже делал. В первой части Кристальный грот, все помнят. Невидимые мостики. Я реально закрою глаза и пойду. Ну что ж, первый идиот нашелся. И знаете, почему реально я туда попёрся? Только по одной причине. Отсутствие красных пятен крови. Только по этой причине. А, вот, теперь они появились. Ты, блядь, второй раз-то не грохнись туда. Блять, они еще стоят, так ждут. Бля, как это смешно, сука. Блин, во второй части еще стоит такая хрень, как озеро крови, в шкалере, по крайней мере, где ты тяпаешь, короче, и там целая толпа леммингов, блять, прыгает сразу. Человек по пять. Ну, это, конечно, всратая тема. Но, блин, понимаете, вот две вещи просто реально смущают. У меня не было красных пятен, и здесь реально
Ебучая карта, короче. А как реально туда можно пробраться? Наверное, с моста прыгать только, если вот это с этого. Либо реально попробовать вот здесь где-то поискать, спуститься. У меня, кстати, осталось играть 35 минут. Я сейчас уже ничего толком не успею. Но в любом случае, давайте пойдемте на восток. Тут какая-то возвышенность, я вообще не... В душе не знаю, как туда можно пробраться. Точнее, на запад, извините, на запад. Прыгнуть не поможет. Впереди смотри внимательно, прыгнуть сейчас не помешает. Да точно подъебщик. Ага. А, нет! А, да. Кувшинград. Грабим могилы. Мертвым деньги точно не нужны, поэтому... И у них, кстати, внутри пусто.
Впереди цветок. Логично. Опа. Да шо мне эти треснувшие горшки? Из них только петарды делать. Куда он там прется? А. Ой! Ой! Не развернулась. Бывает. Подождите. Серьезно? Ты охуевший. Или я охуевший. Не знаю. Честно, уже не знаю, чем здесь заняться. Вот, во всей вот этой зоне. Короче, завтра... Я хотел сегодня начать, но... Времени уже очень много прошло. Нужно каким-то, я не знаю, вообще немыслимым для меня лично образом добраться до этого плато. Я не вижу вообще никаких... Этих... способов туда добраться. Не здесь. Это просто скала. Просто вот реально сплошная скала, окруженная. Возможно, ну, херу знает тут вообще. К дереву тут сходим. Всякое. То есть вот зачистим вот эту всю местность. Ну, вот тут мы уже были, только вот здесь, по-моему, не были. Вот здесь уже убили узилище королевы могил. Вот здесь, по-моему, не были. Или были, не знаю. Потом уже саму речку будем защищать. Само озеро огромное. Потом, по идее, после озера уже должно хватить сил пойти сюда. В звездные пустоши. Ну, наверное, я не знаю. А там уж посмотрим. А дальше уже некуда, дальше только вперед. Тут одна локация, и за ней прям сразу следующая. В общем, пока, ребят, на этом сегодня все. Хотел еще немножко поиграть, но я лучше сейчас немножко передохну. Перед работой, она начнется через час. Ну, у меня полставки, у меня херня. В общем, всем огромное спасибо, что смотрели. Всем удачи и... Alt F4. Всем пока.